События десятилетней давности, нынешний этап российско-абхазских отношений, вопросы межгосударственного сотрудничества в различных сферах, перспективы Женевского переговорного процесса, возможности признания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия другими странами. Эти и многие другие темы поднимались на встречах журналистов с депутатами Госдумы Владимиром Шамановым и Константином Затулиным и сенатором Константином Косачевым. Я думаю, что никто не сомневается в том, что посягать на безопасность, на жизнь, на здоровье, на интересы народов Южной Осетии и Абхазии совершенно бесперспективно и будет встречать соответствующие отпоры со стороны соответствующих структур, вооруженных сил, органов безопасности двух республик при реализации союзнических обязательств, которые в этом случае приняла на себя Российская Федерация. Не менее важный и успешно решаемой является задача обеспечения устойчивого экономического и социального развития двух республик. Здесь очевиден вклад Российской Федерации. Мы в полном объеме выполняем взятые на себя партнерские обязательства. Председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов во время августовских событий 2008 года командовал российской группировкой войск в Абхазии. Он поделился своими воспоминаниями о тех событиях и выразил сожаление по поводу того, что за 10 лет так и не была дана оценка политики, проводимой Западом в Кавказском регионе. Потенциальные возможности России и Абхазии реализуются не очень хорошо. Но я свое мнение высказываю, потому что какой благодатный край с такими возможностями, учитывая то, что по тем данным, которым я располагаю, больше половины населения – это граждане России, мы могли бы более интенсивно реализовывать потенциал Абхазии. По словам главы Думского комитета по обороне Владимира Шаманова, Абхазия и Южная Осетия гарантированно защищены от внешней агрессии, поскольку после признания России в республиках расположились российские военные базы. Шаманов особо подчеркнул, что Россия всеми возможными способами содействует той работе, которая ведется правительствами, министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии по достижению широкого международного признания. Россия всегда готова поддержать Абхазию и Южную Осетию. В этом вопросе, подчеркнул Владимир Шаманов, пресс-тур журналистов также включал в себя и посещение Международного информационного агентства «Россия сегодня» и ознакомление с особенностями его работы.